Фигурантом уголовного дела о получении взятки стал заместитель начальника УМВД по городу Новосибирску подполковник полиции Александр Захаров. По версии следствия, сотрудник полиции в период с февраля 2022 по апрель 2023 года систематически получал денежные средства от организатора игорной деятельности в городе Новосибирске. Взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района областного центра. Преступная деятельность фигуранта выявлена и пресечена при участии сотрудников ФСБ, а также в УМВД России по Новосибирской области. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 8 декабря Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника городского управления МВД России Александра Захарова, обвиняемого в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Рассмотрел и своим постановлением его удовлетворил. Подполковнику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года. Решение в законную силу еще не вступило.